Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и на этой неделе в Epic Game раздача. Приключенческая инди-игра про лису. Вам предстоит разгадывать разные загадки. Вторая игра тоже приключенческая инди-игра, одиночная. Минусы этих двух игр — это нет моей локализации, которую я бы понимал. Я бы мог вот первую игру про лису бы поиграть, но во второй игре я подозреваю, очень много диалогов будет, которых я буду не понимать и буду тупить. Но в далеком прошлом меня такое, конечно, не останавливало, но сейчас у меня просто нет времени, чтобы разбираться в одной игре месяц. Почему я записываю это видео? Потому что на следующей неделе будут раздавать Ark Survivor Evolved. Она достаточно не очень дорогая, но если вы хотели в нее поиграть, но не хотели ее покупать, 22 сентября она станет бесплатной. 22 сентября в 6 часов вечера. Я напишу сообщение у себя на канале. Если ты забудешь, не дай бог, то подпишись на канал, чтобы тебе пришло уведомление, чтобы ты забрал Ark. Потому что Ark — это просто крутейшая выживалка с постройками, приручением разных дино и не только. Вообще, если ты любишь выживалки и никогда не играл в Ark, ты обязан в нее поиграть. Вот я не играл, я, наверное, проведу стрим на следующей неделе в субботу по Арку. Будем изучать мир вместе с тобой, то забери. И плюс еще будет Gloomhaven. Стратегия, ролевая, пошаговая. Ну, если посмотреть трейлер игры, то достаточно неплохая графика. Тоже нет на моем языке локализации, которую бы я понимал. Но, как бы, я изучал английский по играм. Там damage, attack speed, accuracy. То, я думаю, мне будет понятно. Можно поиграть. Тоже бы забрал и посмотрел, что за игра. А вот именно Ark, ребятушки, заберите Ark 22.09.22 в Epic Game, бесплатная раздача. Но я четверг в 6 вечера, когда будет раздавать, я пост, напишу пост у себя на канале, чтобы ты забрал Ark. Если тебе интересна полезная информация, подписывайся на канал. С вами был Розе, всем до новых встреч.